Два главных символа той Олимпиады – знаменитый Мишка и эмблема. Виктор Никитченко и 32 года спустя легко рисует ее по памяти. Это его главный в жизни набросок. Сегодня пенсионер, а в 1975 году художник, уверяет, ту самую Кремлевскую башню из стилизованных беговых дорожек – это ведь он придумал. Эскиз подсмотрели более опытные коллеги, и слава так и не нашла создателя. Никитченко писал Брежневу в спорткомитет «Все зря». Я знаю, что это пустое дело. Добиваясь, не добиваясь, уже ничего не докажешь. Птичка вылетела.